Дорогие друзья, приветствую вас. Поздравляю вас в первую очередь с Днем города. Желаю вам быть всегда активными и никогда не сдаваться. И хотел бы сказать о курсе. Наш курс уже идет уже активно, да, два дня прошло. Два дня курса, два дня наших встреч. Первый день это было... Тема с плечевым поясом, мы работали активно, и самое интересное, мы еще успевали все это проработать на мастер-классах. Вот. И отчет, кстати, чуть ниже, о том, как идет работа у наших студентов. И второй день, вот, буквально на днях, был тазобедренный пояс, достаточно тоже интересная тема, там уже посерьезнее работа, я считаю. Ее больше. И тоже ждем, опять же, отчетов об этом, об этой информации, да, чтобы она превратилась уже в какой-то опыт. Вот. Это был второй день. И вот третий день, который нас ждет, это будет уже работа с позвоночником. Ну, конечно, это изгибы позвоночника, да, как мы называем все это, прогибы. Поэтому идея в том, что мы сейчас будем все это соединять. То есть у нас есть уже информация, опыт по тазовому дну, плечевой пояс, и вот это вот соединение, позвоночный столб, что, все, что с ним связано, прогибы, ну, там чуть-чуть еще тоже там каких-то, может быть, скруток, баланса, тоже все по чуть-чуть, но в основном это прогибы. Вот, и здесь уже достаточно интересная работа идет, ну, так как это уже соединение, да. И с этим придется поработать, попробовать все это применить, опять же, на практике, и поделиться с нами тоже, как это все взаимодействует. Ну и насколько у вас это все получается, не получается, вы можете делиться, задавать вопросы, пока идет курс. Ну, конечно, можно и позже сдавать, но вот в курсе это очень актуально, чтобы мы это все могли проработать быстрее. Вот, так что спасибо вам, что приходите. Ну и, в общем-то, да, на этом, наверное, я, наверное, закончу на этом. Приходите, следующая суббота, это 9 часов, как обычно. Позвоночный столб, прогибы. Будем работать. Будет очень интересно. Я вам обещаю. Хорошего дня.